Приятно. Также ожидаю наше совместное участие с Брезгудиным на Ташканском саммите ЖОС, с тем, чтобы вместе с ним обсудить вопросы развития этой организации, а также способствовать с другими нашими коллегами по этой организации вопросы по контактам и сотрудничеству в рамках этой организации. Сегодня утром я присутствовал в церемонии открытия министерской встречи СНГ. Считаю, что эта встреча прошла весьма удачно. Вы даже внесли свой личный вклад в успешное проведение этой встречи. В качестве представителя страны в течение двух лет мы также будем удерживать в этом качестве. Мы намерены со всеми нашими коллегами по этой организации предложить усилия с тем, чтобы добиться дальнейшего сотрудничества между азиатскими странами в рамках СВМД. Уважаемый господин председатель, прежде всего, хотел бы передать самый теплый привет от президента Путина. 尊敬的习近平主席，首先请允许我向您转达普京总统的热情的问候。 Он с нетерпением ожидает своего визита в Китай, очередной встречи с вами. И мой визит главным образом посвящен подготовке этого саммита. Мы исходим из того, что, как вы поручили нам вместе с президентом Путиным, мы готовим предложение по всем направлениям нашего сотрудничества с целью дальнейшего углубления взаимодействия и политики, и экономики, и гуманитарности,
道您所建议的，我和金总统一起呢，正在准备我们进一步在政治、经济和人文领域要进一步加深我们的合作。建议。В этом году исполняется 15 месяцев для базового принятия базового договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Это хороший повод, чтобы провести всеобъемлющий обзор наших планов и наметить конкретные шаги в перспективе. 我们拟定下一步合作的主要的步骤。У нас очень масштабная договоренность в экономической сфере, и мы хотим сделать максимум, чтобы продвинуть их в практическом плане к визиту президента Путина. В гуманитарной сфере с большим успехом проходим годы российских и китайских средств массовой информации. И, конечно же, очень